Таким же, как и я.
оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Трудно было? Нет, легко. Здорово, вас научили. А кто вас так научил-то? Мы сами умеем. Мы сами научились с 3 лет. Так, а это что за каракатица тут такая? Мы с 3 лет научились так. Ну ты вообще... А где ты? Ты, наверное, в спортивную секцию ходишь заниматься, да? Нет? А как же ты так сам научился? Крутиться-то, а? Вы какие-то очень спортивные дети. Привет. А почему это я один
свободный дом. Мозоли, наверное? Да. Там вот я одну рукой держу. Мама, отойдите. Сколько их надо? Отойдите. Смотрите. Вау, 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 вау. Вау. Отойдите кто-нибудь. Все уже хорошо. Все хорошо видно было. Не видишь ничего? У тебя, наверное, такая же и мама спортивная, да, веселая? Не, мама у меня не спортивная, я спортивная. Да, а в кого ты такая? Папу. Папу, да? Он у тебя, наверное, спортсмен, да? Да. И пойдем мы вместе утром ранним. Песни с любви всегда нас ждут. Наши воспитатели, няни. Если завтра скажут мне опять, отдохни сегодня в воскресенье. Буду я посадить любимому печать, непременно все на удивление. Устали. Мы тебя любим, как прежде будем, и пускай года летят. Мы тебя любим, как прежде будем, мы тебя любим, как прежде будем, мы тебя любим, как прежде будем.
время обеда девочки проходят за столом. Мальчики, проходим. Приятного аппетита. Спасибо. Витамины закупаем. Ложку-то возьми, ложкой же удобней. Подливу-то вилкой ведь не съесть. О. А вилку в другую тарелку убери пока. И все получится. Thank you.
я к ребятам по соседству, таким же, как и я. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Я был рад с вами познакомиться. Приходи!